Обожаю это вкусное и сытное блюдо. Чечевица с колбасой – великолепное сочетание, которое было придумано специально для мужиков, подойдет для холостяков и для тех, кто выбился из-под внимания жен. Чечевица с колбасой очень хорошо насыщает, но нужно сказать, что блюдо достаточно тяжелое и, думаю, организмы хрупких дам и детей такое точно не выдержат. Это блюдо предназначено для более крепких существ. Пошаговый рецепт чечевицы с колбасой расскажет вам, как приготовить это блюдо, чтоб оно было по-настоящему вкусным. Не ленитесь, попробуйте приготовить, вы точно не пожалеете. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Сначала варим чечевицу, крупу варим в большом количестве водой, добавив половинку 1 луковицы, а также добавив различные приправы, которые нашлись в шкафу, лавровый лист, молотый имбирь, гвоздика. Варим чечевицу в течение 25 минут. В это время в сковородке в оливковом масле обжариваем вторую половину луковицы, нарезанную тонкими полукольцами, мелко нарубленный чеснок. После того, как лук приобретет золотистый оттенок, добавляем мелко нарезанные помидоры без кожицы, тушим все на слабом огне около 10 минут. К сваренной чечевице добавляем зажарку и все перемешиваем. Колбасу нарезаем на одинаковые кусочки и обжариваем с двух сторон до полуготовности. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Чечевицу перекладываем в толстостенную кастрюлю, добавляем колбасу и отправляем в духовку, 180 блер, на 20 минут. И готово, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Зеленая чечевица, 120 грамм. Сырая свиная колбаса, 120 грамм. Лук, 120 грамм. Помидоры, 120 грамм. Чеснок, 3 зубчика. Оливковое масло, 3 столовые ложки. Лавровый лист, 1 штука. Молотый имбирь, половина чайных ложки. Сладкий перец, половина чайных ложки. Гвоздика, 1 штука. Соль, по вкусу. Количество порций, 2-3. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До новых встреч!